Вы смотрите видео об отеле Navy Hotel. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Navy Hotel расположен в стране Турция в регионе Мармарис и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. 110 километров от аэропорта Даламан, в поселке Ичмелер. Территория гостиницы занимает 2000 квадратных метров. Отель расположен в местечке Ичмелер, в 5 километрах от центра города Мармарис, в 100 метрах от пляжа. Состоит из 3 четвертоэтажных зданий. Внимание! Курение в номерах запрещено. Концепция лета 2015. На территории отеля имеется 1 ресторан, 2 бара, 1 открытый бассейн, услуги врача, прачечная, лифты, почтовые услуги, обслуживание номеров, Wi-Fi в лобби платно. В номерах есть ТВ с российским каналом, кондиционер сплит, мини-бар платно, сейф платно, душ, фен, телефон, керамическое покрытие, балкон. Номерной фонд отеля состоит из 50 стандарт румс, 22 30 М2, максимум 2 плюс 1 человек, 12 family rooms, 35 40 М2, максимум 2 плюс 2 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть комментарии, анимации нет. Открытый бассейн. Комментарий к бассейну и горкам. Один открытый бассейн с село пресной водой, без подогрева, площадь 100 квадратных метров. Сауна платно. Массаж платно. Аренда велосипедов платно. Бильярд платно. Также бесплатно доступны бильярд, дартс. За дополнительную плату имеется сауна, массаж. Для детей есть один открытый бассейн. В ресторане – детское кресло. Территория пляжа – городской песчано-галечный пляж в 100 метрах от отеля. Вход в море – галька. Комментарий: между пляжем и отелем есть пешеходная и автомобильная дороги. Год постройки гостиницы – 1996. Год, когда был сделан последний ремонт – 2013. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.